что вам грустно, пейте чай. Нет. Как влияет погода, особенно сейчас, не очень хорошая. Хорошее настроение. Отлично влияет. Почему ты не хорошее? Хорошее солнце светит, смотри, даже сейчас удачу. Сейчас был дождик. Ну, был дождь, похолодало. А вот мы не этом... заметили. То есть погода никак не может повлиять на русского человека, тем более на ивангородца. Может. Когда вообще настроение плохое, тогда и погода плохая. Ну, наверное, с внуками едем на шашлыки на дачу при плохой погоде. Классный способ. Ой, у меня много методов борьбы с депрессией. Ну, во-первых, нужно заниматься собой прежде всего. Не думать о том, что там где-то что-то происходит, какие-то политические эти дрязги. Они совершенно не имеют никакого значения. Главное – это личные свои ощущения. А для того, чтобы свои личные ощущения были положительными, нужно просто над этим работать и все постоянно трудиться. И никогда не засовывать в голову всякие посторонние мысли. Да нет. А что это, какой рецепт? Надо, я задачник. У меня всегда работа есть на даче. Кончился дождь, так пойду вот это и это сделаю. Сделал и хорошо. Не влияет. Мы всегда оптимисты. По жизни. Почему так происходит? Ну, просто вот так. Это необъяснимо. А хобби найти, да, возможно. Ну, я не знаю, я не сталкивался с депрессией. Для меня нет плохой погоды никогда. Дождь идет здорово, взял зонт, пошел. То есть вы оптимист, да? Солнышко еще лучше. Вот. Она в пазухе носа накладывается, и все, и идет гулять. Что, вся жизнь впереди, я купила новую дачу, я вся вдохновлена. Новая дача здесь у нас? Да, здесь у вас, очень довольна, я давно мечтала, ездила в гости к подружке, а теперь, ну, в общем, хорошее место, мне очень нравится. Очень хорошо, я очень рада, что я сюда переехала. Депрессии у меня никакой здесь быть не может. У меня все хорошо. Все хорошо. То есть вам все равно погода не влияет на вас? Нет, не мне влияет. Мне кажется, только зима. Зимой, наоборот, веселее. Мне кажется, спорт какой-нибудь чем-нибудь заниматься. Спорт, учеба. Ну, как у каждого свои занятия есть. Нормально. Нормально? Да. Нормально. То есть она на вас не влияет? Не влияет. Да не очень влияет. А как вы, где находите вот этот ресурс? Почему у некоторых депрессия, а некоторые весело сидят на скамейке под дождем? Ну, не знаю, это надо, наверное, самой настраивать свое настроение и оптимизм. Она на меня не влияет. Так а вот почему? У вас... Потому что я работаю, мне некогда. Люди моего возраста и дети, они гуляют в любую погоду. Настроение, ну, конечно, похуже, когда солнышко светит лучше. Пейте чай. Любой, вот вам грустно, пейте чай. Вам не грустно, пейте чай.